Иное измерение русской культуры. Николай Георгиевич Гарин, Михайловский. Осень. Стихотворение в прозе. Читает Евгений Бразов-Брушковский. Предупреждение. Не рекомендуется к прочтению детям и людям с чувствительной психикой. Осень. Гонит ветер низкие, тяжелые тучи. Неуютно и сиротливо в поле. Заколочены дачи, и уныло смотрят на дорогу запертые ставни. Ветер поднимает и несет тяжелую пыль. Вот-вот ударит дождь, осенний, холодный, и превратит всю эту пыль и опавшие листья в липкую грязь до той поры, когда выпадет снег и укроет от глаз всю грязную землю. У дороги труп собачонки с громадным вздувшимся животом, и в застывшей позе, положив мордочки на голову своей издохшей матери, лежали живые еще щенки. Уже черви от матери переползли на них. Безнадежно, покорно, мутными глазами трупов смотрят щенки, точно зная, что то сердце, которое билось для них, перестало биться, и во всем мире не найдется другого. То тот, то другой тоскливо в томительном угаре зловония поднимет свою мордочку, оглянется и снова прижмется к гнойному трупу. Злой ветер в пустом поле, холодные тучи быстрее бегут. Темнеет, и страшная темная ночь скоро-скоро охватит уже и небо, и пустое поле, где и труп матери, и покорные своей страшной доле щенки ее. Читано по изданию. Николай Георгиевич Гарин. Полное собрание сочинений. Том 7. Петроград. Издание товарищества «Маркс». 1916 год.